Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак, обращаясь к главе ФСБ Александру Бортникову, обвинил российские спецслужбы в организации терактов на территории страны. Александр Васильевич, я до вас обращаюсь, я к вам обращаюсь как офицер к офицеру. Даже в условиях войны есть правила, которые нельзя переходить для сотрудников специальных служб. По словам Грицака, работники российских спецслужб якобы причастны к терактам в Одессе, Харькове, Херсоне и других городах. При этом глава СБУ уверен, что Москва ищет повод для начала полномасштабной военной операции в Украине. В свою очередь, депутат Государственной Думы России от Крыма Руслан Бальбек считает, что Грицаку следует адресовать свои обвинения не в адрес Москвы, а своему отражению в зеркале. Может, главный СБУшник хотел обратиться к зеркалу, но почему-то написал письмо в Россию. И вся его долго заготовленная речь про офицеров, про то, что нельзя переходить границы, предназначалась для отображения себя любимого. Но что называется, ошиблись адресом, причем мощно. Бальбек также напомнил, что именно украинские спецслужбы неоднократно предпринимали попытки устроить диверсии на дорогах и объектах инфраструктуры Крымского полуострова, причем в тех районах, где живут исключительно мирные жители.